that's all. See you on September 1st. Bye bye. Bye. Маргарита Сергеевна, а вы правда замуж выходите? Правда выхожу. А вы от нас не уйдете? Ну вот еще не дождетесь, никуда от вас не денусь. Счастья вам! Спасибо, спасибо, моя хорошая. Have a good holiday. Thank you. Bye. Алло. Привет, милая. Как ты там? Распрощался со своими спиногрызами? Да, все, до осени. Так что теперь я полностью в твоем распоряжении. Приехать за тобой? Попробуй пораньше сбежать. Соскучился? А ты не соскучилась? Очень. Тогда жди, скоро буду. Пока. Пока. Рита! О, как идут приготовления к свадьбе? Тамара Владимировна, какие приготовления? Конец учебного года. Да у меня даже платья свадебного нет еще. Понимаю. Все это так волнительно. Помню, как я выходила замуж за своего Михаила Борисовича. Сколько планов было, ох, сколько мечтаний. Да, жду у вас, кстати, с мужем на свадьбе. Конечно, с радостью придем. Ну, все, до свидания. До свидания. Маргарита Сергеевна, одну минуточку. Вот вам тут передали. Мне? Красота какая. Это, наверное, к свадьбе. Может, откроешь? Так интересно. Понятия не имею, от кого это. Господи, кому такое в голову могло прийти? Риточка, не обращай внимания. Воды налей. Спокойно, девочка. Спасибо. Это, наверное, у кого-то шутки такие. Так, что теперь с этим делать? Мы разберемся. Да? Да. Спасибо вам огромное. Я тогда пойду, там меня ждут. Иди, иди. До свидания. До свидания. Убери эту гадость. Рит. Привет. А что такое? Ничего, мне только что свадебный подарочек передали. Да? Какой? Голова мертвой курицы. Чего голова мертвой? Да ладно. Тём, это что, смешно, по-твоему? А вот это тоже может быть смешно. Смотри. А что это? Выйдешь за него, убью. Ну, это просто глупая шутка. Тём, это не смешная шутка. Сначала она мне дверь в квартиру поджигает, теперь это гадость. Рит, почему ты думаешь, что это она? У тебя в школе полно хулиганов, но ну, может быть, это... Мои пятиклашки на такое не способны. От Вики я уже не знаю, чего ждать. Рит, я ничего не сделаю. Обещаю. Ну, кто ей про свадьбу рассказал? Я не говорил, клянусь. Ладно, хватит о Вике, я удаляю эту ерунду. Поехали, развеемся. Куда? Ну, мне переодеться надо. Зачем? Ты прекрасно выглядишь. Я вообще не понимаю, как вас в школу вот пускают вот, вот так. Как так? Обычное платье? Очень сексуально. Минутку, ладно? Хорошо. Еще. Давай, когда вернусь. Что ты здесь делаешь? Тихо, дорогая. Там же, где и мы. Ай, запрещено. Хватит слать мне глупые смски. О чем ты говоришь? Наглость – второе счастье, да?
Ты обо мне. То есть ты увела у меня парня, закрутила ему голову, раскрутила на свадьбу. Я наглая, да? Я никого у тебя не уводила, ты прекрасно это знаешь. Да, конечно. Только на следующий день после нашего расставания он совершенно случайно встречает тебя. Надо же, какое совпадение. Только вот я в такие совпадения не верю. Твое право. В том, что вы с Тёмой расстались, моей вины нет. А тебе так кажется? Если бы не ты, Тём бы остался со мной. Нравится? Очень. Дарю. Тём, давай, пожалуйста, уйдем отсюда, ладно? Нравится? Нет, все нормально, просто домой уже хочу. Ребят, счастливо. Тёш? Иду, иду. Всё. Отдыхайте. Спасибо, мам. С Артёмом поссорились? Ну что, ну я же вижу. Давай, рассказывай. Да ерунда, мам, правда. Вика подарочек прислала. Отрубленную куриную голову. Ну и смс-ку с угрозами. Ну, знаешь, надо идти в полицию и писать заявление. Ты чё, мам? Какая полиция? Да они такой ерундой не занимаются. Знаешь что, Рита? Ерунда не ерунда, а если что-то произойдет, поздно будет. Все хорошо будет. Тёма вообще считает, что все это несерьезно. Угу. Да ему Тёме давно нужно было с ней поговорить. Да говорил он не один раз. Значит, плохо говорил. Если она считает, что их отношения не в прошлом, значит, он дает ей надежду. Мамуль, ничего он не дает. Просто эта Вика, она сумасшедшая какая-то. Я спать пойду, ладно? Все, не бери в голову. И все равно надо заявить в полицию. Бог знает, что у этой девицы в голове. Мам, спокойной ночи. Спокойной ночи, мам. Мам, мы дома. Я дорогая. Все наладится, да? Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Сынок, привет, мы пришли. Привет, мама. А что она тут делает? Ну, как-то надо быть повежливее. Вика пришла посоветоваться. Хочет найти себе работу. Работу хочет найти? Не смешите меня. Ладно, Ирина Ивановна, я, наверное, пойду. Не буду вам мешать. Счастливо, моя хорошая. Пока. Я не понимаю, почему ты с ней так груб. Ну, бывает, и не срослось, разбежались. Хамить-то зачем? Ты же видишь, ей так плохо. Лидочка, ты мне извини, что я даже не поздоровалась с тобой. Да, здравствуйте. 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 Здравствуйте, Ирина Ивановна, я вот к чаю принесла. Ну, прекрасно, пойдем. Пойдем, нас там папа ждет. Пойдем. Значит так, дети мои. Что у нас еще осталось? С рестораном мы определились. Ага. С фотографом ты договорился. Да, да, конечно, да. Что еще? Ирина Ивановна, простите, пожалуйста, а Вика случайно не от вас узнала, что у нас свадьба скоро? Это что, секрет? Мам, мы просто не хотели, чтобы Вика знала. В таком случае нужно было меня предупредить. Я не знала, что это какая-то страшная тайна. Иришка, ну, мне кажется, Риточке немного обидно, что ты делишься с Викой тем, о чем можно было бы и смолчать. А мне кажется, что Рита чересчур остро реагирует на Вику. Так уж случилось, что Вика – дочь моей близкой подруги. И, честно говоря, я была очень расстроена,
когда Артём разошелся с Викой. Мам. Все, я не буду. Я понимаю, что слышать это неприятно. Я тебя приняла. Потому что тебя принял мой сын. Он для меня самое главное в жизни. Я хочу, чтобы он был счастлив. Я все понимаю, конечно. Я, наверное, просто нервничаю из-за свадьбы. Вот и все. А, вот это зря. Не стоит. Когда Ирина Ивановна берется за дело, можно ни о чем не беспокоиться. Виточка, покажешь мне свадебное платье? Ты выбрала? Ну так, по секрету. А я, честно говоря, я его даже еще не купила. Я думала по каталогу заказать. Рита, по какому каталогу? У вас свадьба в начале месяца. Хорошо, а если оно не придет? А если придет не то, что нужно? А если его надо будет ушивать или наоборот? Выбора все равно нет. В салонах такие цены. Знаешь, моя дорогая, ты, слава богу, не за нищего замуж выходишь. Если мы с папой оплатили вашу свадьбу, то на платье как-нибудь найдем. Нет, Ирина Ивановна, мне очень неудобно. Не надо, пожалуйста. Неудобно будет тогда, когда на свадьбу будет нечего надеть, правильно? Вот. У моей подруги есть свадебный салон. У нее куча подруг. Давай послушаем просто. Так, ты дома посмотри, а я позвоню Стелле и скажу, что ты придешь. Выбирай платье, мы заплатим. Давай. Спасибо вам огромное. Не за что. Давай. До свидания. Пока. Скоро вернусь. Пока. Твоей маме очень нравится Вика. Да, не говори глупости, просто она знает ее с детства. Ну, ты тоже знаешь ее с детства. Вот поэтому я не понимаю, где мои глаза были раньше. Давай-ка мы лучше выберем тебе платье. Давай. Ты что? Ты не должен этого видеть. Почему? У меня такая примета. Прошу вас. Да, Ритка опаздывает, как всегда. Девчонки, привет. Извините, что опоздала. О, а вот и наша невеста. Привет. Я смотрю, ты совсем подруг забыла. Девчонки, простите, правда, столько дел уже, голова квадратная. И нервничаю, конечно, очень, даже спать плохо стало. Да, я представляю. Ну, а платье что, купила? Да нет, я вот только на днях в салон поеду. Подожди ты со своим платьем. Вика, что там, больше не угрожала? Так она мне в лицо никогда не угрожает. И при свидетелях тоже. Так, просто ходит все время со мной. Куда мы, туда и она. Ненормальная она. Честно говоря, даже не смешно, уже как-то неприятно. Ну да. Ну, а ты не думала, что это просто случайность? И вы с Артемом ходите в те же места, куда она привыкла ходить? Нет, Маш, я не думаю. Вот это кафе, например, это не наше с Артемом место. И что? Да ничего, она и сюда пришла, пожалуйста. Ну, это вообще нормально? Что это она себе позволяет? Так, девочки, кто-то должен поставить ее на место. Кать, ты чего? Ой, сиди, я тебя очень прошу. Карета, беспокойся, я знаю, как с такими разговаривать. Спокойно. Кать. Пусть идет. Значит, слушай меня сюда, идиотка. Оставь Ритку в покое. Тёма любит ее, а не тебя. Пора уже давно это понять. Иначе... Встречу тебя в темном переулке. Все твои космы повытеркиваю. Уяснила? А я по темным переулкам не хожу, дура. И на машине езжу. Девушка! У вас есть охрана? Охрана! Увидите эту сумасшедшую, а то она столики путает. Ты что, совсем уже обнаглела, да? Не трогай меня! Катюш, слушайте, давайте просто уйдем, ладно? Пойдемте в другой лес. Девочка, нам сначала надо расплатиться, да? Вот, уже лучше, мне нравится. Да? Ну, да, может быть. Нет, не твоя модель.
Оксана, принеси ей то платье, которое мы отложили для моей племянницы. Так, а... Все нормально, все нормально. С племянницей я договорюсь. Ну, у меня-то глаз наметанный. Ну-ка, примерь-ка. Давай, 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 давай. Да, Ириш? Не волнуйся. Рита у меня. Она. Твоя невестка будет королева. Ты чего так рано приехал? Освободился рано. А что это за шикарное знакомство у тебя? А? Да так, баба одна. Ну так мы едем или как? Куда едем-то? Да поехали, я покажу. Давай, заводи, поехали. Ну, поехали. Божественно. Ну, божественно. И по фигуре села. Ну, как будто на тебя сшито. Ну, вот что я говорила. Учись, Оксана. Нравится? Берем? Берем. Слушай, я не понимаю, зачем мы сюда приехали? Тут вообще стоять нельзя. А я недолго. Ну, давай ты выходи, я тебя тогда вон там подожду. Нет, ты будешь ждать меня здесь. Ты что задумал? Нужно одной курице мозги вправить. Слишком много на себя берет. Чужих мужиков уводит. Делов-то на пару минут. Слушай, ну это как-то неправильно с девчонкой разбираться. Ну, я бить-то ее не буду. Так, припугну. Я быстро. Жди меня здесь. Подожди. Подожди, не надо. Эй! Поехали быстро! Господи! Рита, Рита, что случилось, Рита? Больно, мне очень больно. Рита, господи, скорую, давай, скорую, быстро вызывай. Не нарушай правила. Не нарушай, тормозну. Ты что? Ты что наделал, а? Куда ты меня втянул? Мне хорошо заплатили. Нужно залечь на дно. А я тут при чем? Ну, свали куда-нибудь. Почему? Почему я должен куда-то бежать? Я ничего не делал. Я вообще пойду в полицию, расскажу им все. Дурачок, что ли? Ты теперь соучастник. Знаешь меня? Скажу, что ты точно так же деньги получил. Что? И вообще, сам ей кислотой в лицо брызни. Но только меня не поймают, а на тебя все повесить могут. Ты учти. Тормози. Тормози здесь. Ты все продумал. Я ничего не вижу. Девушка, Маргарита Тарасова, ее привезли к вам в больницу. Где она? Что с ней? Я ничего не знаю. Ожидайте дежурного врача. Славенька, что с Ритой? Артем, я вообще ничего не понимаю. Здесь никто ничего не знает. Игорь Викторович, Светлана, ну что делать? Светлана Николаевна, сейчас все сделаю. Игорь, спокойно. Светлана Николаевна, милая, ну что? Я не понимаю. Светлана Николаевна. Добрый день, я дежурный врач. А вы, Маргарита Тарасова, кто будете? Мама, я мама.
У Маргариты сильные ожоги в верхней части лица и ладоней. Какие ожоги? Вы что? Вы... Ну, предположительно, это серная кислота. Как она? Не волнуйтесь, ее жизни ничего не угрожает. Зрение, конечно, пострадало, но насколько сильно, будет ясно позже, после обследований. Можно к ней? Да, конечно. Но сначала нужно, чтобы кто-то из родных заполнил карточку пациентки. Мама, сделайте. Артемочка, ты иди, я сейчас карточку заполню, я быстро, я тебя догоню. Регистратура у нас там. Все. Ириш, водички? Сейчас. Кто это? Мама, Тёма. Тёма. Это я. Как ты, Ритулик? А? Прости. Я говорил с врачом. Он сказал, что все заживет. Слышь? С меня кожа как будто живьем содрали. Я чувствовала, как она лопается, как воздушный шарик. Ты мне обещал, что фига не опасна. И что это вообще все глупые шутки. И она это сделала. Сделала, она меня изуродовала, Тёма. Тёма! Мама, это ты? Я. Все будет хорошо. Иди сюда. Иди сюда. Эй! Ты чего? Ты чего себе позволяешь? Смотри на меня. Все нормально? На меня смотри! Вика! Что ты сделал, Света? А? О чем ты? Что с ней? Не говори мне, что ты ничего не знаешь. Не ври. Я ничего не делаю. Не ври! Не кричи на меня. Я клянусь тебе, я ничего не делаю. Ты слышишь меня? Я тебя люблю, Тёмочка. Тём! Все нормально. Полиция разберется. Ну что? Кофе или десерт? Добрый день. Старший лейтенант Грач Виталий Алексеевич. Мне нужно задать несколько вопросов Маргарите Сергеевне. Что тут задавать? Вика виноват. Вика? А это кто? Это бывшая девушка Артема, моего жениха. Понятное дело. С ней не ладили. Не ладили — это не то слово. Она ненавидела Риту. А я говорила, дочь, ну пойди в полицию, напиши заявление. Скажите, а что, уже были какие-то угрозы в адрес Маргариты? Конечно, были. И звонила, и смс-ки писала. По пятам за ней ходила гадина. А вот эти смс, их можно посмотреть? Артем их стер. Так же нельзя стирать улики. Мы же не думали, что она решится на такое. И она все равно их не со своего номера отправляла. То есть вы тоже уверены, что это вот Вика виновата? Ну, не сама лично. Там были какие-то парни. Вы сказали парни, значит, их было несколько. Может, вспомните, может, опишите? Их было двое, это все, что я помню. Пыталась вспомнить, но не могу. Все, что я помню, это боль. Больше ничего не видела. Я вообще теперь ничего не вижу. Я вас очень прошу. Риточка очень устала. Давайте потом. Да, извините. Я пойду. Но, пожалуйста, если вдруг что-то вспомните, вот моя визитка, наберите, пожалуйста, обязательно. Всего доброго. Поправляйтесь.
утро. Чужака, мне ерунда сегодня ночью снилась. А что это ты пьешь с утра пораньше? Ну, ты сюда. Ты вообще спал сегодня? Я не слыхала, как ты пришел вчера вечером. Я в машине сидел. Ты еще и пил за рулем? Ты с ума сошел? Мам. Генка меня в такое втянул. Я говорила, что дружба с ним до добра не доведет. Ну ведь говорила. Я не виновата. Я не виновата. Что случилось, Сереж? Что у нас есть на Викторию Копылову? Подруги Маргариты подтвердили, что та ее преследовала. Сами понимаете, к делу это не пришьешь. У нас же не запрещено сидеть в кафе за соседним столиком. А нужно начинать с другого конца, с исполнителя. А потом доказывать его связь с заказчиком. А исполнителя Аркадий Львович тоже так просто не найдешь. Дело в том, что салон находится не сильно в людном месте. Свидетелей преступления нет, камеры... Только не говори мне, что камеры не работали. Да их вообще там не было, их не успели установить. Салон новый, только открылся. Добрый день. Здравствуйте. Я Виктория Копылова. Хорошо. Я знаю, что я сейчас у вас подозреваемая по делу Маргариты Тарасовой, поэтому пришла. Не хотела приходить по повестке. Или как там вы еще вызываете? Я хочу сделать заявление. И какое же заявление вы хотите сделать? Я не виновна. Ну, хорошо. Говорят, что вы сильно недолюбливали Маргариту. А за что мне ее любить? Она у меня увела парня. Да, счастья я им не желала, но сделать то, в чем вы меня подозреваете. А вы же меня подозреваете, да? А давайте пока что вопросы буду задавать я. Вы угрожали Маргарите? А что вы понимаете под угрозой? СМС. Звонки. Преследование, в конце концов. Нет, нет. Чтобы такого не было. Да, я могла что-то ляпнуть при встрече. Я девушка резкая, но Риту мне очень жаль. Никому такого не пожелаешь. Вопросы еще есть? Нет, пока нет. Тогда я могу быть свободна. До свидания. Да. Хотя, наверное, нам лучше больше не встречаться. Слушай, очень бойкая девица. Я бы сказал, наглая. Вы вообще видели, на какой тачке она приехала? Да уж, заметная тачка. Интересно, сколько же зарабатывать нужно, да, чтобы разъезжать на такой машине? Скорее всего, подарил папа. И папа, судя по всему, непростой. Или папик. Кстати, я недавно эту тачку у себя на районе видел. И что такая фифа могла делать у тебя в заводском районе? Я когда еще на эту машину засмотрелся, из нее Генка вылез. Фамилию не помню. Что за Генка? Да местный хулиган. В последнее время он вообще успокоился. Но когда пацанчиком был, куролесил вовсю. Я еще подумал, а что Генка забыл в такой тачке? Вот это очень интересный вопрос. Я ослепла, да, Тём? Скажи мне правду. О чем ты так говоришь? Еще ничего не понятно. Рита, я хочу, чтобы ты знала, что для меня ничего не изменилось. Я люблю тебя. Слышишь? Спасибо. Очень пить хочется. Пить? Сейчас. Сейчас.
Кто здесь? Привет, Рит. Чего? Как ты себя чувствуешь? Что тебе надо здесь? Ты чего? Я просто зашла тебя проведать. Цветочки принесла. Они, кстати, очень красивые. Жалко, что ты их не увидишь. У тебя свадьба через неделю, да? Как думаешь, успеешь поправиться? Я просто читала, что ожоги от кислоты — это так больно. Господи, ты, наверное, весь день на обезболивающих и эти бесконечные перевязки. Бедная девочка. А ты серьезно думаешь, что он женится на слепой уродке, а? Нин, ты послушай меня. Ты тебе хорошо, ты себя в зеркало не видишь. А представь, как ему смотреть на тебя каждый день и на эти мерзкие шрамы. Слышишь меня? Он остался только из жалости. Ты меня послушай, слышишь меня или нет? А? Руки, руку убери. Пошла вон. Прости. Артем, что она здесь делает? Господи, это обычный визит вежливости. Я просто пришла проведать Риту. Викусь. Риван. Здравствуй. Здравствуйте. Ты знаешь, мне тоже кажется, что сейчас не самое удачное время. Конечно, я все понимаю. Просто, чтобы потом не говорили, какая гадкая Вика, что она радуется чужой беде. Артем, если она немедленно отсюда не уйдет, я за себя не отвечаю. Вика. Почему вы мне не верите? Мне действительно очень жаль Риту и что все так произошло. И мне очень жаль, что пришлось отменить свадьбу. Никто свадьбу отменять не собирается. Может быть, ты с ней еще в палате распишешься? А почему нет? Распишусь в палате. Ну, вперед. До свидания. Сынок, я надеюсь, ты пошутил. Слушай, что она говорит. Все она правильно говорит. Я вся в ожогах. Вообще неизвестно, смогу ли я видеть когда-нибудь. Милая, ты поправишься. Не трогай меня, пожалуйста. Ты мне больно делаешь. Прости, я не хотел. Прости меня. Уродка на всю жизнь. Слушай, мне не важно, какое у тебя лицо. Поверь мне. Не важно? Нет. Может, потому что ты меня без повязок не видел? А? Рита. А может быть, ты хочешь посмотреть? Не трогай меня, не трогай! Вот, смотри! Добрый день. Старший лейтенант Грач. Дарья Павловна? Да. Я могу пройти? Пожалуйста. Да, спасибо большое. Спасибо. А где сын ваш? Он ведь тут живет? Тут? Ну, только его нет, он на работе. А когда будет, не подскажете? Около половины восьмого. Ну, если не задержится, конечно. Скажите, пожалуйста, а вы не знаете, где Сергей был в субботу вечером? Дома был. Хм. То есть вы так сразу сходу вспомнили? Ну, а чего мне вспоминать? Это же выходной. А по выходным Сережа обычно дома. А с другом Генкой
не встречался? Да я не помню у него такого друга. Странно. Очень странно. А вот вы знаете, Генкин отец вспомнил, что у его сына был приятель по имени Сергей. Привет, сынок. Привет. Это старший лейтенант Грач. Интересуется, где ты был в субботу вечером. Ну, только я не очень поняла, что случилось. Убили кого-нибудь или что? Да ну что, нет, конечно, слава богу. Покалечили. Покалечили молодую девушку. А при чем же здесь Сережа? Ответьте, пожалуйста, на вопрос, где вы были в субботу вечером? Дом был. А приятеля вашего Геннадия давно видели? На прошлой неделе, но у него телефон сейчас не отвечает. Да, кстати, если у меня будут вопросы, я вас вызову. Всего доброго. До свидания. Ну, что там? Мама, это ужас. Хорошо, что Рита себя не видит. Сынок, я тебя очень прошу, успокойся. Мы найдем лучших врачей. Мы оплатим Рите любые операции. А я прошу тебя только об одном. Пожалуйста, дай ей время. Поверь мне, она не будет счастлива, если будет чувствовать себя рядом с тобой. Обузой. Ну вот. Иди там. Нельзя допустить, чтобы он женился на Рите. Даже не представляет, что такое прожить всю жизнь с инвалидом. Потом тысячу раз будет об этом жалеть. Он себе жизнь испортит. Он нам жизнь испортит. И все из-за чего? Из-за какого-то идиотского чувства жалости? Я совершенно не этого желала своему сыну. Тишечка, солнышко, у меня очень мало времени. Давай быстренько здесь все решим, и я поведу в банк. Мы оплатим все операции. Как там Рита? Я у нее не был. Когда ей снимают повязки? Завтра. Ты пойдешь? Врачи обещают, что это последняя операция. Врачи много чего обещают. Их обещания растянулись на целый год. Сынок, послушай. Мы с папой делаем все ради тебя. Мы оплатили ей все операции. Мы сделали все возможное для девочки. Ты вообще ничего и не должен. Знаешь, зря я тебя тогда послушал. Надо было жениться тогда. Может быть, сейчас все было бы по-другому. Как? По-другому? Что ты хочешь сказать? Что Риту, жену, ты бы любил больше, чем Риту кого? Кто она сейчас для тебя?
куда? В клуб. Поеду с друзьями, встречусь, развеюсь немножко. Что я в самом деле? Дома сижу. Риточка, ну как ты, как дела? Тёма так и не позвонил. Не приехал. Вообще стал какой-то другой. Какой? Не знаю, мам, но он отдаляется от меня. Рита, он просто очень волнуется. У вас завтра важный день для вас обоих. Да, мам, ты права. Завтра снимут повязку. Я снова буду видеть. Целый год ждала этого дня. И Тёму тоже. И он очень много для меня сделал. Ну вот видишь, давай выпьем лекарство. Завтра важный день, тебе нужно очень хорошо выспаться. Да. И все будет по-прежнему. Всем привет. Кто меня ждал? Тём, чё ты поколючий? Слушай, не Машка. Все еще думают, что я вином? Слушай, Тём, я же сотрудничала с полицией. Мне даже очную ставку устроили с каким-то Сергеем. Я его даже не знала. У них ничего не получилось доказать. Может, просто доказательств не нашли? А может быть, я просто невиновна? Слушай, мне бы самой очень сильно хотелось, чтобы нашли нападавшего. Знаешь, страшно ходить теперь по улице. Что такое? Ты уставший такой. Синяки под глазами. Мне надоело быть ненькой, а? Идем потанцуем. Пойдем. 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 Давай. Великолепный результат. Спасибо вам, доктор. Ритуленька. Что? Ни единого шрама. Ну какая же ты у меня красивая. Ой. А что с моим зрением? Я... Почему я ничего не вижу до сих пор? К сожалению, зрение вернуть не удалось. Вы же мне обещали, вы же мне сказали, что это будет самая долгая и самая сложная операция, и что вы мне вернете все, и лицо, и зрение, все. Все так. Но зрение очень сильно пострадало. Я сделал все возможное. Но, к сожалению, не сможете больше видеть. Я что ж, теперь калека, что ли? Не зря вы так. Незрячие люди сейчас очень неплохо адаптируются в общество. Я не хочу адаптироваться. Я жить хочу. А вы не останетесь? Нормально, как все.
Какое сегодня число? 7 с утра было. 7 у меня свадьба. Поздравляю. Нет, не так. 7 числа в этот же день, ровно год назад, должна была быть свадьба. Передумал, что ли? Или невеста сбежала? Как-то не срослось. Еще срастется. Риточка, а доктор разрешил мне переночевать у тебя? Почему он не пришел, мам? Он же знал, что мне сегодня повязки снимают. Он знал, как важно, чтобы он был рядом. Ты не накручивай себя. Мам, он даже не позвонил. Тебе отдохнуть нужно. Спать. Не хочу я спать, мам. Я целый год спать ложилась и мечтала, что утром глаза открою, буду видеть. А чудо не случалось, мама. Теперь у меня даже надежды нет. Простите, пожалуйста. Я отвлеклась на другого пациента и забыла вам передать цветы. От жениха. А он где? Я не знаю, он спешил и просил вам передать. Ну, я пойду. Подождите. Он сбежал, мам. Соберите эти цветы. Хочу уехать отсюда. Домой хочу, мам. Мамуля, сделай мне, пожалуйста, кофе. Доброе утро. Черный, горячий и без сахара. Все, как ты любишь. Подожди, я что-то не понял. Я вчера был в баре. Угу. Вызвал себе такси и приехал домой. Пьяный вернулся домой и завалился спать. А ты? Приехала утром. Твоя мама попросила за тобой присмотреть. Где моя мама? Уехала с отцом за город. Так, мне надо на работу. Тебе не надо на работу. У тебя отгул. Игорь Викторович обо всем позаботился. Пей кофе, а то остынет.
Может, потом перезвонишь? Светлана Николаевна, здравствуйте. Артем, как у тебя дела? Рита не может к тебе дозвониться. Да, все хорошо, просто у меня завал на работе. Темочка, Рита выписывают. Я, к сожалению, не могу ее забрать. Ты не мог бы приехать в больницу к 10 утра? Да, конечно, подъеду. Спасибо. Как она? Да, как? Сам понимаешь. Хорошо, я заеду. До свидания. Это неправильно. Что неправильно? То, как я поступаю с Ритой, это неправильно. А пудрить ей мозги правильно? Ты когда-то мне сам сказал, что нельзя жить с человеком из жалости, если не любишь. Не обманывай себя. Ты Риту больше не любишь. Тём. Ты устал? Ты ничего не должен, Рите, понимаешь? Ничего. Да? Да. Отпусти. Не мучай её и себя. Скажи мне правду. Это ты сделал с Ритой? Нет. Я клянусь. Жизнью. Маргарита, вы кого-то ждете? Простите, а вы не подскажете, который сейчас час? 10:30. А можно вас попросить вызвать мне такси? Сейчас, хорошо. Мам, все нормально. Просто я дверь не смогла открыть. А Артем где? Артем не приехал. Мне такси вызвали. Давай, ключи, как же так? Давно ты здесь сидишь? Ну, ничего, я ему устрою. Мам, все нормально. Безответственный он человек, вот. Давай, там, заходи, заходи. Держи. Давай помогу. Мама, все нормально. Угу. Артем, ты вообще что такое творишь? Ну, мы же договаривались с тобой. Ты понимаешь, что я Риту не могу сама забрать? Светлана Николаевна, простите, я не знаю, как так получилось. Снова заснул и проспал. Что ты? Проспал? Мама, да я сама поговорю, пожалуйста. Мам, я поговорю, мам. Алло. Привет. Привет. Прости, пожалуйста. Мама просто очень сильно перенервничала. Ничего страшного не случилось. Я на такси доехала. Да нет, я
правда виноват. Извини, я сейчас немного занят. Я к тебе вечером заеду. Хорошо? Заедешь, правда? Да. Хорошо, да. Нам надо поговорить обо всем. Да, после работы. Пока. Хорошо. Мама, у нас для ужина все есть. Он, наверное, голодный, после работы приедет. Не волнуйся, моя хорошая. Конечно, я все приготовлю. Спасибо. Я тогда пока в душ схожу, ладно? Я тебя провожу. Я справлюсь. Угу. Господи, уж думаешь, что ты остался ночевать на работе. И устал тебя ждать. Испугала меня. Как забралась сюда? Взяла у твоего папы запасные ключи. Правда, круто придумала. Куда собрался? Не знаю. Домой, наверное. Так поехали домой. Я хочу с ней остаться, тут ночевать. Родители вернулись. Я вообще-то в курсе. Я же видела с ними. Говорю же, ключи забрала. И, кстати, они уже в курсе, что мы снова вместе. Так что твоя мама будет только рада. Поехали. Поехали, поехали. Ну. Поехали. Мам, ты тут? Доброе утро. Доброе утро. Что ты делаешь? Вот, пытаюсь приготовить себе обед. Нужно же оставить. Меня уже на работу вызывают, меня отпускают. Отлично. Давай я тебе... Так, что делать нужно? Овощи порезать, да? А где нож? Дай мне нож, пожалуйста. Летусь, может, не нужно? Мам. Дай мне нож. Ага, спасибо. Солнышко, ты как? Все в порядке? Да, все отлично. Ты про то, что Артем вчера не приехал. Мам, ну, конечно, мне больно. Но я его понимаю. Когда он в меня влюбился, я калекой не была. Знаешь, как люди говорят и в горе, и в радости. Говорят-то говорят, а сами с этим никогда не сталкиваются.
Он же, наверное, думает, что со мной теперь до конца жизни нужно за ручку ходить и из ложечки меня кормить. А я ему докажу, что со мной не надо нянчиться. Я все сама научусь делать, и готовить, и в квартире убираться, в город буду сама ездить, даже краситься научусь. И он увидит, что я такая же. Мам, Артем меня любит. Просто он очень запутался. Посмотри, как. По-моему, ничего. Да. Для первого раза даже очень хорошо. Вот видишь, у меня все получится. Так, что еще нужно делать? Здравствуй, Светочка. Здравствуйте, Люда. О, Риточка, а что ты тут делаешь? А я тебя жду. Да, вот решила попробовать сама из дома выйти. По лестнице, кстати, нормально спустилась. Молодец, молодец. Птица, пойдем домой. Рит, я хлеб забыла купить. Так, подожди меня здесь. Я быстренько, секунду. Та самая, которая кислоту в лицо плеснули? Угу. Она ничего не видит? Ну, вообще ничего. Где сумка? Я не знаю. Украли. Там, в кармашке, за замочком вся моя зарплата была. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Ничего. Вот кто украл, пусть он с этим и живет. Сама виновата, надо было сумку с собой забрать. Ничего. Пойдем домой. Все, все, пойдем домой. Все хорошо. Привет, солнышко. Как я тебя рада слышать. Как ты? Катя, мне очень нужна твоя помощь. Ты можешь ко мне завтра приехать? Ну, да, конечно, смогу, но не раньше 12. Нормально? Маме только не говори ничего. Господи, Ритка, ну ты же их с 5 класса растила. Жалко обрезать такую красоту. Чего их жалеть-то? Я их все равно не вижу. И ухаживать мне за ними теперь тяжело. Что-то как-то неожиданно ты решила от них избавиться? Я не избавиться от них решила, а продать. Продать?
Да, Кать, я за маминой сумкой не уследила, а там вся зарплата была. Я и так у нее на шее сижу, а теперь это. Зайчик, ну что ты можешь сейчас сделать, ну? Что-то и делаешь, что ничего. Это разве что волосы продать. Говорят, хорошие длинные волосы дорого стоят. Ну, так уж и дорого, наверное. Все лучше, чем ничего. Ирина Ивановна за мои операции столько денег отдала. Неудобно. Вот только не надо про Ирину Ивановну, ладно? Ей еще приплатить тебе нужно за то, что ее сынок с тобой так обошелся. Прости, я... Ну что, режем? Ты не боишься? Я же все-таки не парикмахер. Режь. Риточка! Привет, мам! Привет! А я тут оладьи жарю. Мне Катя с тестом помогла и убежала. Ты обрезала волосы? Ну да. Тебе что, не нравится? Катя сказала, мне идет. Мам, тут рядом конверт должен лежать. Это тебе сюрприз. Что это? Ты волосы продала. Ну зачем? Не надо было. Ой, мам, зачем так трагично? В новую жизнь с новой прической. Давай, ты оладьи пробовать будешь? Спасибо. Мам, ну пробуй скорей. Ну как? Вкусно, вкусно. Правда? Угу. Мам, они же сгорели. Ну, только же с одной стороны. Ну, как же так, а? Я же считала 30 секунд с одной стороны, 30 с другой. Ладно, мам. Кого я обманываю? Ничего у меня не получается. Риточка, ты не переживай, ну... Дерево скоро садят, не скоро плоды из него едят. У тебя все получится. У нас. Да, мам, ты права. Рано мне сдаваться. Наберите, пожалуйста, номер 117. Кто там? Ирина Ивановна, это Рита. Пожалуйста. Спасибо. Не за что. Риточка, ты так неожиданно. Ну что ж ты меня не предупредила? Извините, Ирина Ивановна, я как-то просто внезапно собралась. Я... Вообще, до сегодняшнего дня никуда еще одна не выезжала. Ну, понятно. О, здравствуй, Риточка. Как ты себя чувствуешь? Да. Здравствуйте. Ну, как ежик в тумане. Ну, ничего, уже получше, спасибо. Ты настоящий боец, знай это. Давай-ка будем чай пить, хорошо? Угу. Проходи в гостиную, если ты помнишь, стол у нас справа. Да-да, спасибо. Доберешься сама? Да. Давай.
Прошу тебя, немедленно позвони Артему. Он сейчас должен прийти домой. Придумай что-нибудь, в гастроном пусть пойдет или еще куда-нибудь. Неужели ты не понимаешь, что они здесь не должны встречаться с Ритой? Мальчик только начал с себя приходить. Прекрасно выглядишь. Да. И прическу изменила. Тебе очень хорошо. Спасибо, Ирина Ивановна. Это все благодаря вам. Перестань. Мы сделали то, что должны были сделать. Мне очень неловко. Вы столько денег на мои операции потратили. И я... Тут не все, конечно, но... Я обязательно заработаю и все-все-все вам верну. Я не собираюсь сидеть у мамы на шее и жить на пособие по инвалидности. Рит, да Господь с тобой, убери деньги. Зачем ты меня обижаешь? Мы же с тобой все-таки не чужие люди. Не чужие. Ну, а теперь рассказывай, как ты управляешься? Привыкаю потихоньку, но сложно, конечно. Ничего, ничего, все получится. Я хочу стать такой, как раньше. Чтобы Артему не было стыдно за меня. Я все понимаю, правда, и я не осуждаю его. А вот и сынок. Рита. Я только позвонил, он пришел. Рита. Ты извини, я без приглашения. Все в порядке? Мы рады тебя видеть. Как у тебя дела? У тебя были длинные волосы. Я их обрезала. Тебе не нравится? Нравится. Реже, пойдем. А знаешь, почему незрячие люди очки носят? Нет. Оказывается, из-за того, что мышцы глаз расслабляются, у нас веки все время полуприкрытые, и мы как сонные люди. Представляю, как это выглядит со стороны. Ты прекрасно выглядишь. Знаешь, по тебе даже не скажешь, что у тебя какой-то недуг. Мама, наверное, волнуется. Посмотри, пожалуйста. Да, мама. А можешь нам? Конечно. Да, мам. Я ищу Артема, не переживай, все в порядке. Спасибо, что приехала. Я хотел тебя увидеть. Правда? Правда? Я так по тебе скучала. Думала, ты меня совсем забыл. Я понимаю, тебе сейчас тоже очень трудно, но у нас ведь все хорошо будет, да? Может, не сейчас, со временем? Да, конечно. Идем.
Ну и где она? Не знаю, сказала, спустится сама. Слушай, а может, сами к ней поднимемся, посидим да пойдем? Маш, ты что, не понимаешь? Ей тоже хочется развеяться, погулять. Угу. Она и так целыми днями дома торчит. Не знаю, просто мне как-то некомфортно, что ли. Что ни скажи, все не так. Только и думаю, как бы не обидеть. Постоянно какое-то напряжение. Маша, давай будем чуточку терпимее. Ей сейчас точно хуже, чем нам. Ритулечка, мы здесь. Ой, привет, девчонки. Да, привет. Постой, на самом. Простите, я, наверное, задержалась. Нет, зайчик, ты что, все в порядке? Все хорошо. Ой, привет. Привет. Ну что, куда пойдем? Кофе хочу, умираю. Очки. Как не привыкну их сразу надевать. Ритулечка, а давай вернемся ненадолго к тебе домой. Зачем? Сейчас расскажу. Мы быстро, хорошо? Да-да. Девчонки, спасибо, что из дома вытащили. Ритулечка, ну мы же подруги. Какие вопросы? Устала. Я последнее время только дом, больница, дом, больница. Представляю. Я вообще, наверное, с ума сошла. А у меня новости есть. Я вчера к Тёме ездила. Да ладно. Ты что? Я думала, он тебя кинул. Маша. Ну что, Маша? Просто после того, как Ритку выписали, он как-то ни разу не поторопился. Вот сейчас было совсем не обязательно об этом напоминать. Тем более, что ты о них ничего не знаешь. Угу. А тут и знать нечего. Просто богатенький мальчик сбежал, испугавшись трудностей. Да. Я тоже так думала. Но вчера, вы знаете, я почувствовала, что он очень скучает. И он любит меня, правда. Просто ему нужно дать еще немного времени. Как ты говорила, Кать. Угу. Рит, ты извини, но, по-моему, времени у него было вагон и маленькая тележка. Маша, ты прошу? Ну почему, Кать? Потому что Ритка не видит. Ну, если бы она была такая, как раньше, я бы ей просто сказала, плюнь раза три. Нет, еще ждать, пока он в себя придет. А я вынуждена щадить ее чувства. Не, ну, Рит, ну что, я не права? Права. Ну вот. Я думаю, что лучше сейчас один раз обидеться, чем всю жизнь жить в иллюзиях. Нет. Обижаться я буду, если вы будете говорить не то, что думаете. Правда, я меньше всего хотела бы, чтобы вы еще как-то слова подбирали со мной, общаясь. Я хочу, чтобы все было как раньше. Ну что, так и будем сидеть, как бабульки на скамейке? Или, может, пойдем куда-нибудь? А? Давайте в нашу любимую кафешку. Ой, а правда, я там уже 100 лет не была. Пойдемте? Отлично. Пойдем, пойдем. Рита! Все в порядке. Да, да, да. Нормально все? Да, да. Господи. Носится здесь как... Я Артему не говорила, но я вчера их видела с Ритой. Зачем она приезжала? Они же уже не вместе. Ну, во-первых, для того, чтобы меня поблагодарить. Ну да. И чтобы повидаться с Артемом. Ты не переживай, девочка. У Артема у самого очень сложное положение. Он чувствует какую-то ответственность за нее. Да, он такой грустный. Ну, вот такой мой сын. Не может ей прямо так в лицо сказать, что бы она о нем забыла. Это будет для нее страшным ударом. Да. Конечно, я все понимаю. Бедная Рита. Бедная Рита. Так, лосось с креветками, фермерская, 4 сыра, гавайская, деревенская, торнадо, вегетарианская, цыпленок барбекю. Катюш, может быть, просто нашу любимую морскую большую возьмем? И то верно. Ну, слава богу, то мне уже голова разболелась. Шанс. Можно, пожалуйста, одну большую морскую пиццу и... По бокалу красного? Сделаем. Спасибо. Смотрите, девочки, какая прелесть. Обалдеть. Я себе такую хотела купить. Что там, что-то интересное? Сумка. Вон как у девушки, видишь?
Прости, я забыла. Ничего, можешь просто описать мне ее. Ну, она такая маленькая, пожалуйста, бордовая. Неважно. О, а мне коллега по работе такой фильм посоветовала. Говорит, ржали как кони. Может, сходим, а? На выходных. Нет-нет, все хорошо. Конечно, давайте сходим. А что, я могу слушать, не обязательно же смотреть. Ритка у нас теперь красавица. Ну, а зрение, как говорится, в фильме «В джазе только девушки», у каждого свои недостатки. Давайте. Щелки-палки. Простите, пожалуйста, я кого-то облила, да? Ритулечка, не-не, зайчик, все хорошо. Марс, у тебя? Все нормально. Прости, пожалуйста. Девочки, я пойду. Я вспомнила вдруг, что я сегодня клиентку перенесла на 4:30. Совсем забыла. Созвонимся. Все, пока. Угу. Тяжело вам, наверное, со мной. Ритусь, ну ты что? Не говори глупости. Ну, вспомни, сколько я бокалов на людей. Кать, только не надо меня жалеть, ладно? Давай, пожалуйста, официанта позовем, рассчитаемся и уйдем отсюда. Да, хорошо. Сейчас. Можно вас позже? Привет. Слышала, что у тебя все хорошо. У нас тоже. Вот жду Тему с работы. Приготовила вкусный ужин, свечи, красивое белье. Просто понимаешь. Ой, у нас с ним как второе дыхание открылось. Он тебе вчера не сказал? Наверное, не хотел тебя расстраивать. А может, ты мне не веришь? Так я тебе несколько фоток скинула. Ой, ты же ничего не увидишь. Ну ладно. Ты просто поверь мне. Дорогая, у нас с Тёмой сейчас все отлично. Не мешай его счастью. Целую. Рита, ты дома? Рита! 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 Свет! Света! Рита ушла, я не могу ее найти нигде. Так она наверх по лестнице пошла.
Рита! Рита! Рита, нет! Риточка, не надо! Мама, не подходи ко мне! Я старалась, я очень старалась, у меня ничего не получается. Не подходи ко мне, не надо. Что же ты такое говоришь? Всем без меня будет лучше. Ты что делаешь? А как я буду жить без тебя? Как он мог после всего? Я думала, что он... А он с Викой вместе опять. Этот Артём, он не стоит ни одной твоей слезинки. Он сделал свой выбор, пусть живет как хочет. Риточка, а помнишь, я тебе рассказывала, когда мы с папой твоим познакомились, я же тогда ногу сломала. Она неправильно срослась, я... Ой, очень сильно хромала. Боялась на улицу выйти. Мне казалось, что весь мир на меня смотрит и пальцем на меня тыкает. А ты... Ты вспомни. Вспомни, какой наш папа был красивый. Помнишь, голубоглазый. А я рядом с ней такая маленькая хромоножка. Он так на всех смотрел. Не дай Бог, чтобы кто-то усомнился в его чувствах ко мне. А ведь я тогда могла остаться хромой на всю жизнь. Рита, ты должна жить ему на зло. Это ведь твоя жизнь. И только от тебя зависит, какая она у тебя будет. Девочка моя, ты самое ценное, что у меня в жизни есть. Прости меня, мама. Девочка терпеливая какая. Очень хочешь, да? Давай я тебе кусочек дам, а? Поймаешь? Моя хорошая. Ой, молодец, сейчас будешь есть. Возьмите, ваша сдача. Не бойся, не обману. Спасибо. Так, ну что, дружок, пойдем, давай, веди меня. Здравствуйте. Мне как всегда все нормально. Как вы? Все хорошо? Делаем. Отец, подожди. Мам, представляешь, у нас получилось. Купили все, что надо к ужину. Посмотри, там все правильно. Я девушку в зале попросила помочь. Ну что вы, Колюша, идем, дам тебе вкусняшку. Здравствуйте. Все, я закончил. Я тогда замеры передам менеджеру, он сделает расчет и с вами свяжется. Хорошо, я молодого чека попросила, он окно в кухне замерял. Хочу на зиму поменять, чтобы не дома. Спасибо. Ну, пойдем. Пойдем, пойдем, Мэр. Здравствуйте. Ой, простите, пожалуйста, я вас не очень ушибла, я просто не вижу, все в порядке? Надо же, рулетку свою забыла. Ладно. Ты странный какой-то. Ну, пойдем. Какие вы молодцы сегодня.
Вроде ничего. Вкусно даже. Ты чего не ешь? Не хочу, извини. На работе, что ли, проблемы? Да какие там проблемы? Каждый день одно и то же. Тогда что? Ой, мама, ты кого хочешь достанешь? Я сегодня видел девушку. Ту, которую Генка. Господи, где? Как? Она тебя узнала? Нет, она меня не узнала. Потому что она ослепла. Хорошо. А то испугалась. Хорошо? Хорошо, что ослепла? Да перестань, я другое имела в виду. Мама, она такая красивая, мы ей жизнь испортили. В смысле мы? Ты-то ни в чем не виноват. А я думаю, виноват. Я мог что-то сделать, я должен был сделать, а я сбежал. И полицию обманул. И ты, между прочим, тоже. Да, обманула. А как иначе? Генка твой свинтил, а тебя бы посадили. И надолго. А теперь для нее целое событие в магазин сходить. Ты бы видела ее лицо, когда она вернулась. Какая счастливая была. До сих пор перед глазами. Что, Лизочка, тоже хочешь? На, держи, лизни. Так, понятно. Нет, у меня больше мороженого. Вкусно было? Возьмите. Что, простите? Вот вам новое мороженое. Спасибо. А сколько я вам должна? Нет, нет, что вы, я вас просто угостил. Спасибо, мне очень приятно. А вы... Извините. Алло, да. Что такое? Во сколько? Ну ты даешь, Валерка, у тебя вечно проблемы. Ладно, хорошо, хорошо, подменю. Ага. Давай, пока. Возьмите, возьмите. Где моя собака? Да она здесь, рядом, с детьми бегает. Вы не переживайте. Если вы хотите, я могу вас домой проводить. Я не хочу, чтобы вы меня провожали. Вы что, меня преследуете? Это вы были с мороженым? Что вам надо от меня? Да, это был я, но я вас не преследую. Просто у меня причина есть. Я рулетку у вас забыл. Рулетку? А, так это вы к нам приходили. Я не могу понять, почему мне ваш голос так знаком. Теперь ясно. А вот Эльза. 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 Ну зачем ты меня бросила? Я так испугалась. Да, спасибо. А ну, вы не боитесь одна по городу ходить? Нет, с Эльзой не боюсь. Ну, вы знаете, нам уже домой пора. Вы рулетку сейчас заберете? Да, если можно. Хорошо. Эльза, пойдем домой. Иди. Я, честно говоря, думала, что вообще я теперь всю жизнь взаперти проведу. Ожоги были по всему лицу. Правда, говорят, шрамов совсем не осталось. Вы очень красивая. У вас нет никаких шрамов.
На лице, может, и нет, а на душе остались. Она, наверное, замуж уже вышла. Кто она? Бывшая девушка моего жениха. Пришли, да? Чтобы полиция не говорила, я уверен, это она. Женская месть, она ведь самая жестокая. Мне очень жаль, правда. А ей вот ни капельки. Всю жизнь мне испортила и даже не ответила за это. Не нашли ни свидетелей, ни исполнителей. Так что она, наверное, счастлива, что так легко от меня отделалась. Рита! Подождите. Скажите, как я могу вам помочь? Да что вы мне уже знаете, как помогли. Вы меня выслушали. Я уже 1000 лет ни с кем не общалась, знаете, как-то последний год только врачи да мама. Так что извините за откровенность, просто так вышло. Спасибо еще раз, мы пойдем. До свидания. До свидания. Иди. Сегодня, а? Нехорошо так себя вести. А что случилось? Да, Эльза от меня в парке убежала, а, представляешь? С мальчишками погналась. Стыдно, как не стыдно? Я говорила, тебе рано еще ходить так далеко от дома. Все в порядке, мам, угу. Правда. Пойдем. Мне там молодой человек один помог, так что... Пойдем, 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 пойдем. Он же рулетку так и не забрал. Извините, это снова я. Ваша рулетка, да, я тоже забыла. Спасибо. Риточка, ты... Здравствуйте. Здравствуйте. Как окно? Все в порядке? Установили? А, да. Все хорошо, спасибо. Ребята ваши только что ушли. Хорошо. Рита, чем вы планируете завтра заниматься? Я завтра? Да у меня целая куча развлечений на завтра. За хлебом пойду, например. Вы знаете, мы иногда с коллегами после работы ходим в боулинг. Вы не хотите с нами? Я в боулинг? Вы шутите, конечно. Да нет. Вам понравится, я обещаю. Красота! Ну, давай я помогу. Да-да, все, спасибо. Не тяжелый? Нет-нет, нормально. Ну, пойдем. Смелее. Так, вот сюда. Вот так. Все. Теперь делай замах. Не бойся, никого нет, ты никого не прибьешь. Давай, вот так, отводи руку. Чуть-чуть вправо. Нагнись чуть вправо, вот, отлично. Ну, все, давай. Ну как там, мимо все, да? Да нет, страйк. Раз у нас такой хороший тандем, у меня есть еще одно отличное предложение. Сереж, ты сумасшедший? Ты почему не сказал, что ты не можешь кататься, не умеешь? Мы же упадем. Так ты же умеешь. Я умею, но я ничего не вижу. А я вижу, но не умею. Почему бы не попробовать? Вот, дорога свободная. Если поехали? Мы упадем, будешь виноват ты. Хорошо. Налево. Сереж, пожалуйста, мы сейчас или врежемся куда-нибудь, или собьем. Мы никуда не врежемся, у тебя отлично получается. Вот так, просто руль держи прямо и крути педали. Вот. Отлично, теперь чуть левее, левее. Вот. Теперь сама, давай. Чуть-чуть левее. Даша,
Это не Сережа танцевал? Вот, отлично, давай. Сережа. С девушкой такой симпатичной. Мне кажется, я знаю эту девушку. Рита, я тебя не могу дома застать который день. Что вообще происходит? Прости, Катюш, просто мы каждый день с Сережей ходим куда-то. Он говорит, что мне очень вредно дома одной сидеть. Сережа? А кто такой Сережа, ты мне не напомнишь? А, да, ты же не знаешь. Мы недавно познакомились, он у нас замер окна делал и рулетку забыл. Да-да-да, рулетку забыл. Понятно. Слушай, голос-то какой веселый. Я тебе очень рада, правда. Катюш, это совсем не то, что ты подумала, правда. Да-да-да, рассказывай мне. Что тут у нас? Цветы. Для кого? Впрочем, не отвечай. Я видела вас в парке. Да, это для Риты. Что ты еще придумал? Я ничего не придумал. Мы просто общаемся. Но она слепая. Да, она слепая. А дедушка был глухим. На одно ухо. А твоя подруга вообще на уколах инсулина. И что теперь, она не человек, что ли? Это чувство вины, да? Поначалу было. Что между вами? Да ничего, просто дружеское общение. А она тоже к тебе чисто по-дружески относится? Ты не боишься, что она может это принять как ухаживание, тем более цветы? Мам, это просто цветы, знак внимания. Для этого не нужен какой-то особый повод. Ой, не нравится мне все это. И какой-то ты стал другой, Сергей. Какой другой? Какой-то довольный. А что в этом плохого? Ну, мам, мы хорошо проводим время. Она удивительная. Я не встречал таких. Мам, я открою. Здравствуйте. Доставка. Мне нужна Маргарита. Это я? Это вам. Что, простите? Ну, цветы же. Ой, это, наверное, какая-то ошибка. Почему ошибка? Вы Маргарита? Это 96-я квартира? Да. Тогда это вам. От кого цветы? Заказчик пожелал остаться неизвестным. Всего доброго. До свидания. Я хотела сказать спасибо за цветы. Это же ты, да? Я. Надеюсь, тебе понравились. Добрый вечер. Добрый. Вы готовы? Да. Прошу за мной. Пойдем. Так, осторожнее сюда. Пойдите, пожалуйста. Оставайтесь здесь. Присаживайтесь, пожалуйста, вот сюда. Угу. Спасибо. Очень странные ощущения. Присаживайтесь, пожалуйста. Сереж, что происходит? Сейчас все узнаешь. Как вы понимаете, с меню придется знакомиться на слух. Я помню его наизусть, однако, возможно, давайте облегчим друг другу задачу. Что вы предпочитаете? Мясо, рыбу, блюдо вегетарианской кухни? Я лично ничего не понимаю, но я бы хотела рыбу. Отлично. Как вы сами понимаете, без косточек. Могу порекомендовать филе розового тунца по-сицилийски на гриле. Звучит очень аппетитно. Хорошо. Давайте две порции. И еще нам по легкому салату и по бокалу белого вина. На ваше усмотрение. Разумеется. Хорошо. Сереж, может, ты объяснишь, что это за место? А как ты себе его представляешь? Не знаю. Видимо, это очень маленький ресторанчик какой-то. И он что, в подвале?
Я просто шум улицы не слышу, и тут вообще так тихо. Тут вообще другие посетители есть? Не знаю. В каком смысле? Я ничего не вижу. Тут кромешная тьма. То есть... Как? Это такой ресторан. Специально. Здесь выключен свет и ничего не видно. Ты хочешь сказать, ты сейчас ничего не видишь так же, как и я? Именно. Простите, пожалуйста, а вы что, нас тоже не видите? Нет, я вас вижу. На мне инфракрасные очки. Иначе я просто разобью ваши тарелки с едой. А кухня у нас замечательная. Осторожно, бокалы на столе. Они на коротких ножках, на всякий случай. Приятного аппетита и хорошего вечера. Спасибо. Вот это я попал. Не могу найти вилку. Спокойно, приборы должны быть справа от тебя. Справа. О, нашел. Все же правда очень вкусно. Ты как, попробовал? Легко сказать. Спасибо тебе за идею, я оценила. Знаешь, это скорее было нужно мне, чем тебе. Это почему? Я хотел понять, что ты чувствуешь. Теперь я знаю, каково это и через что тебе пришлось пройти, чтобы научиться жить с этим. В какой-то момент мне просто хотелось выбежать оттуда и никогда не возвращаться. И бросить меня там одну, да? Хорошенькое дело. Да нет, нет, что ты. Никогда. Я восхищаюсь тобой, Рита. Рита, я люблю тебя. И я всегда хочу быть рядом с тобой. Сереж, ты чего? Не надо. Ты заслуживаешь нормальную девушку, а я ведь такая навсегда останусь. Я понимаю, но это ничего не меняет для меня. Я не знаю, я боюсь, Сереж, я не переживу второго предательства. Просто умру, если это опять повторится. Доверься мне. Мам, можно тебя на минуточку? Да, сейчас иду. Смотри, пожалуйста, нормально я ресницы накрасила. Все очень хорошо. У тебя прекрасно все получается, молодец. Спасибо. Так волнуюсь. Даже не думала, что Сережа меня так скоро захочет с мамой познакомить. Ну что ты? Ты моя королева. Я уверена, ты очень понравишься его маме. Все равно страшно. Особенно после того, что с Тёмой случилось. Не думала, что опять смогу кого-то полюбить и довериться. Знаешь, мне не очень Серёжа нравится. Правда, он такой внимательный, заботливый. Мне кажется, ты ему очень нравишься. А там дальше жизнь, она все расставит по местам. Сережа за тобой приедет? Нет, мам. Я первый раз вызвала такси для незрячих. Мне Сережа в телефон установил специальную программу. Она преобразовывает текст в голос и наоборот. Чудеса. Ну все, мам, я пойду. Так, ключи. Пока. Тебе еще перчика положить? Ой, нет, Сереж, спасибо. Я не могу больше уже. Дарья Павловна, спасибо большое, все очень вкусно. Точно?
Это же мамины фирменные фаршированные перцы. Такие только она готовит. Да ладно, скажешь тоже. Нет, правда, Дарья Павловна, все очень-очень вкусно. У меня так вряд ли когда-нибудь получится, хотя я тоже очень люблю готовить. В самом деле, а я думала, современные девушки не утруждают себя этим неблагодарным делом. Нет, ну почему же? Я и раньше любила готовить, и сейчас люблю. Как же ты готовишь, если не видишь? По мере сил, конечно. А вы знаете, что американец Джон Брамблетт, будучи полностью слепым, на секундочку, рисовал картины, которые с успехом продавались в 20 странах мира. Научиться можно чему угодно. Было бы желание, мам. Дарья Павловна, а каким Сережа в детстве был? Каким был? Да сердобольным. Все время тащил в дом больных животных. Кошек без хвостов, щенков без ушей. Помню, вороненка слепого однажды принес. Я понимаю, для вас, наверное, полная неожиданность, что Сережа встречается с незрячей. Не скажу, что обрадовалась. Мам! Сережа, я привыкла говорить то, что я думаю. Я надеюсь, Рита на меня не сердится за это. Нет, не сержусь. Я понимаю, мало кто мечтает о такой девушке для своего сына. Она мечтала о красивой, доброй, умной. Такую получила. Да, мам? Ладно. Поживем, увидим. Пойду чай поставлю. Проводил? Ну, как тебе, Рита? Милая девочка. Милая? И все? Ну, а что ты хочешь, чтобы я еще тебе сказал? Сереж, ну не дури ты голову этой хорошей девочке. Тобой движет не любовь, чувство вины, жалость, все что угодно. Сережка, ну не доводи ты до края. Ты хоть понимаешь, как она потом будет страдать, когда все это потом закончится? Да. Ты права. Сереж, все нормально? Да, все хорошо. А что про меня твоя мама сказала? Сказала, что ты очень милая девушка. И чтобы я не морочил тебе голову. Ты знаешь, мне кажется, она права. Возьми. Что взять? Ты выйдешь за меня замуж? Такая кожа сухая стала, постоянно хочется пить. Я пью от этого тика. Господи, когда это уже закончится? Мне кажется, даже твоя мама и то больше хочет твоего ребенка, чем ты. Что, Рита? Ну, видишь, с ней все хорошо. Поехали, Тём. Yeah.
Девочки, помогаете? Светлана Николаевна, присаживайтесь, пожалуйста. Я знаю, что не принято, чтобы молодые говорили первый тост, но я бы хотел нарушить эту традицию. Рита, ты никогда не видела меня, но ты выбрала меня своим сердцем. И я очень благодарен тебе за это. И я верю, что твое сердце тебя не обманет. Хороший тост, да? Ну, горько, что ли? Горько! 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 Ну, наконец-то хоть редкий мужик нормальный попался. Мне, как всегда, не повезло. Ой, Машенечка, ну еще наше счастье впереди. А ты глазки-то разуй. А где вы жить собираетесь? Тут как-то тесновато, да? Ну, у нас, конечно. Правда, Сереж? Нет. Риточка будет жить дома, она здесь привыкла. Мамуль, мы с Сережей так решили. Мы будем жить у него. Я привыкну. А давайте еще выпьем. А давайте. Шампанское закончилось. А, сейчас принесу. А у меня, кажется, есть еще, да? Мы никого не ждали. Кто там? Это из полиции, старший лейтенант Грач. Откройте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. У вас праздник. Скажите, пожалуйста, могу поговорить с Маргаритой? Рита, подойди, пожалуйста. Да, мам, в чем дело? Риточка, тут из полиции пришли. Здравствуйте. Здрасте. Прошу прощения, что отвлекаю вас в такой момент. Есть кое-какие бумаги, которые нужно подписать. Документы? Ну, здесь неудобно, наверное. Пойдемте на кухню. Мам, проводи, пожалуйста. Хорошо. Пойдемте. Маргарита Сергеевна, мы прекращаем дело. Можно, конечно, дождаться, пока есть еще срок давности, но я хотел бы попросить вас просто подписать эти документы. Вы оказали бы нам услугу. Услугу? Вы же знаете, кто виновник, вернее, виновница. К сожалению, у нас нет доказательств. И за все это время они не появились. А вы хотя бы представляете себе, как этот год прожила моя дочь? Мам. Что с ней было? И теперь вы приходите в наш дом и фактически просите, чтобы она забрала заявление. Старший лейтенант Грач, у вас совесть есть? Мамуль, пожалуйста, давайте документы, я все подпишу. Я не хочу больше иметь к этому никакого отношения. Спасибо вам, Маргарита Сергеевна. Вот. Thank you.
Вылезай. Пап, я сама, сама. Давай сама. Ты моя попрыгунья стрекоза. Папа, ты что, она же плохая. Чем это она плохая? Ну а как же, она же все время пела и плясала, пела и плясала. А что тут плохого? Ты тоже все время поешь и пляшешь, поешь и пляшешь. Но она ничем полезным не занималась. А я вот сегодня буду бабушке Даше помогать лепить пельмени. Ты молодец. А вон и мама. А, беги. Привет, мама. Привет, моя хорошая. Привет. Привет, Лена. Привет, привет, привет. Ну все, теперь пойдем на детскую площадку. А ты не нагулялась, что ли? Я ж тебя из садика с прогулки забрал. Это ж с воспитательницами, а это с мамой и с папой. Это же совсем другое дело. Ну правда, Сереж, пойдемте погуляем все вместе. Мама твоя все равно еще ужин готовит. А, ну, вы идите, а я вас догоню. Мне поговорить надо. Я быстро. Так. Алло? Эльза? Да, Танюш. Эльза, могу говорить. Я ее подержу. Ага. А кто тебе косички запускает? Мама. Она не умеет, она слепая. А вот и умеет. Вот ты обманываешь. А вот и нет. Пойдемте, я вам докажу. Идем. Остановись. Вставай. Мам! Мама, скажи, кто мне косички заплетает? Я заплетаю, а что? Кто-то тоже хочет косичку? Я хочу. Правда? Привет. Ну, давай, садись. Попробуем. А вы парикмахер? Я? Нет. Я раньше в школе работала учителем. Мама английскому языку учила. Да. Так ведь? Да, да. Я учила детей чуть-чуть постарше, чем вы. Вам сколько сейчас лет? Мне 6,5. Я уже на следующий год в школу иду. Ух ты! Какая ты большая! А я не хочу в школу, мне и в садике хорошо. Mm. Потому что ты маленькая. Я не маленькая. На самом деле в школе тоже очень и очень интересно. Вас там многим вещам научат. Читать, например. Да, и сможете любую книжку, какую захотите, сами прочитать. Даже родителей просить не придется. Да у вас тут целый салон красоты. Соня, Алиса, мы идем домой. Спасибо. Пока. Не за что. Пока, девочки. Прыгай ко мне. Что-то я так соскучилась по школе, по детям. Может, мне на работу вернуться? Зачем? Мне кажется, я неплохо зарабатываю. Сереж, ну я же не из-за денег. Просто я целыми днями или с мамой с твоей, или с Эльзой. Настёна в саду, а ты на работе последнее время допоздна. Сегодня нет. А ты с кем так долго по телефону говорил? Да, там. По одному делу. Ничего серьезного. Полетели в песочницу? Полетели. Давай. И раз, два, три. Оп. Руки в стороны. Так. Сколько у меня этих конфет. Есть их уже не могу. Как же я рада видеть тебя, милая моя. Ой. Это что же, ты к нам сама доехала из другого района? Нет, я не сама. Я вот с Эльзой, это мой поводырь. Ты молодец. Какая же несправедливость. Сколько раз я тебя вспоминала. Сколько раз ученики твои ко мне прибегали, чтобы узнать, не вернешься ли ты. Они меня помнят. А то! Так приятно. А у меня все хорошо, вы знаете, я замужем, и дочке недавно 5 лет исполнилось. Да что ты! Какие хорошие новости! Ну, я прям очень-очень за тебя рада. Тамара Владимировна, я, собственно, зачем пришла? Мне бы вернуться. Вернуться? Но как же это возможно? Рита, ты преподаватель английского языка. Ты должна тетради проверять как минимум. Вы знаете, я думала об этом.
Я бы могла построить обучение с акцентом на устную речь. Для школьников разговорный язык, он даже полезнее сейчас. А письменные задания они могут выполнять в специальных программах, которые будут проверять их автоматически на ошибки. Нет-нет, это очень сложно, прости. Да, я понимаю. Но я даже не уверена, что мне бы разрешили взять тебя в штат. Незрячий учитель. Я что-то даже не припомню прецедента. Да-да, вы правы. Извините. Мы, пожалуй, пойдем. Эльза, ко мне. Здравствуйте. 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 Маргарита Сергеевна? Да. Маргарита Сергеевна, как рада вас видеть. Оля Никифорова, да? И Ирочка, вы девочки, да? Узнали нас? Да, по голосу узнала. У вас голоса почти не изменились. Мы вас так ждали. Мы так надеялись, что к нам вернетесь. Нам рассказывали, что вас, ваши глаза... Да, у меня все хорошо. Это вы в каком классе уже? Это выпускной уже. А, как быстро время пролетело, такие большие. Вы к нам в школу вернулись? Нет, Оленька, не берут меня обратно. Как жаль. А мы с Ирой собрались в ИНЯС поступать. Это все после вашего клуба английского языка. Еще несколько ребят из нашего класса, кстати, тоже. Ну здорово, какие молодцы вы. Удачи вам на вступительных. Ой, да не напоминайте, так страшно. Мы просили нашу англичанку, Екатерину Викторовну, чтобы она с нами дополнительно занималась. Но она сейчас ребеночка ждет, и поэтому просто не может оставаться. Здравствуйте, Тамара Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. И сколько, кроме вас двоих, желающих посещать дополнительные занятия английского? Подождите. Оксанка, Аня, идите сюда. Маргарита Сергеевна вернулась. Круто. Маргарита Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Будете на допы ходить по-английскому, если их Маргарита Сергеевна будет вести? 100%. Так, Женя, у тебя вступительный английский? Ну да. А, я бы тоже бы ходил. У меня вообще завал с инглишем. Ну хорошо, ребята, пока вы свободны. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания, Маргарита Сергеевна. До свидания. До свидания, девочки, до свидания. Ну что, Рит, есть у меня одна идея. Правда, не знаю, что из этого получится. Ритуш, ну чего ты сама не своя? Сколько уже? 10? Сережа теперь почти каждый день задерживается, я волнуюсь. И чего волноваться? Работает он. Сказал же, важный проект сдаёт. Ну не изменяешь же он тебе в самом деле. Все, я спать, а ты Сережку дожидаться? Угу. Тогда доброй вам ночи. Спокойной ночи. Привет, малыш. Привет. Ты еще не спишь? Ну как в школе? Ну, учителем меня не взяли. Не расстраивайся. Может, оно и к лучшему. Буду вести дополнительные занятия по английскому. Хорошее начало. Поздравляю. Слушай, я так устал. Ты иди ложись, сейчас быстро в душ. Тоже приду. Хорошо. Угу. Ну, если вам все понятно, давайте, наверное, на сегодня уже заканчивать. Вы большие молодцы. Ну, до встречи. Маргарита Сергеевна, когда следующее занятие? Я думаю, во вторник. Мы с Тамарой Владимировной расписание составим, и я вам сообщу, хорошо? Хорошо, тогда до вторника. Спасибо, до свидания. До свидания, до вторника. Спасибо, девочки, до свидания. Здравствуйте. Рита, нам с Натальей Николаевной нужно с тобой поговорить. Что-то случилось? Я не справляюсь? Нет, нет, все хорошо. Мы не по работе. Рит, у меня старший брат светило медицины.
лечит всевозможные глазные заболевания. И лечит очень хорошо, уже более сотни благодарных пациентов. Пару лет назад он открыл частную клинику. Там и стационар есть. Я что-то не пойму, вы это к чему? Я с ним поговорила, объяснила, как ты потеряла зрение. И он готов абсолютно бесплатно тебя обследовать. Спасибо большое. Мне сказали, что уже ничего нельзя исправить. Рит, у него был похожий случай. 2 года назад девочке какой-то сумасшедший поклонник плеснул кислотой в лицо. Ты, наверное, слышал об этом случае. Зрение восстановилось полностью. Медицина не стоит на месте, Риточка. Я даже не знаю. Я давно уже привыкла так жить. Я понимаю, милая. Но если есть шанс, грех им не воспользоваться. Извините, пожалуйста. Да-да. Ты не спеши, подумай, а потом нам скажешь, хорошо? Хорошо, спасибо. Наталья Николаевна, пойдемте. Да, конечно, Рита. Алло, Сереж. Да-да, спасибо, жду. Все в порядке? Ты какая-то очень необычная сегодня. Сереж, просто не могу терпеть до дома. Сереж, возможно, я снова буду видеть. А что это было? Да нет, просто как-то очень... неожиданно. В смысле видеть? Ну, один из лучших офтальмологов города согласился меня посмотреть. Ага, в смысле обследования? Малыш, ну, ты же понимаешь, что не стоит сильно рассчитывать на чудо. Да, да, конечно, я понимаю. Просто... почему бы не попробовать, а вдруг? И к тому же это пока бесплатно, так что... Я бы очень не хотел, чтобы ты опять расстраивалась. Ты уверен, что тебе это нужно? Сереж, даже если он скажет, что ничего нельзя исправить, я все равно очень хочу сделать это обследование. Хорошо. Ну, не говори хотя бы маме и Насте пока. Зачем эти переживания? Хорошо. Томите, что там? Я думаю, что смогу вернуть вам зрение. Слышишь? Ну, разве это возможно? Нужна операция. Трансплантация роговицы на оба глаза. Ну, это, наверное, опасно. И вообще, какова вероятность положительного исхода? Да, операция достаточно сложная, но не опасная. У меня уже была пациентка с похожим анамнезом. Возможно, моя сестра вам о ней рассказывала. Так вот, зрение вернулось к ней полностью. Я согласна на операцию. Когда ее можно будет провести?
Я поставлю вас в очередь на донорскую роговицу, а вот сколько придется ждать, сказать точно не могу. Я готова ждать сколько угодно. Пожалуйста, никуда не уезжайте из города. Будьте всегда на связи. Крайне важно не пропустить свою очередь. Да, конечно. Ну, в таком случае все. Медсестра проводит вас в лабораторию, чтобы... Оленька, будьте добры, проведите, пожалуйста, Маргариту в лабораторию. Ну, чтобы уже все анализы у нас были на руках. Маргарита Сергеевна, пойдем. Сереж. Я тебя в коридоре подожду. Еще какие-то вопросы? Да. Когда появится донор, звоните, пожалуйста, мне. Потому что супруга бывает на занятиях и с малышкой. Хорошо, конечно. Только будьте всегда на связи, пожалуйста. Да, конечно. Сережа, так счастлива. Ты же понимаешь, это маленькая, но надежда. А этот что тут стал? Неужели я наконец-то смогу увидеть и тебя, и Настеньку, маму? Я маму почти 6 лет не видела. И квартиру нашу, фотографии, небо. Просто невероятно. Извините, а можно побыстрее? Ну, сейчас! Сереж, ты слушаешь меня? Я же с тобой разговариваю. Да, да, конечно. Это хорошо. Хорошо? Я не понимаю, ты что за меня, не рад? Да нет, рад, конечно. Ты врать никогда не умел. Что происходит? Да не говори глупости. Все в порядке. Просто я на работу опаздываю, этот встал тут. Ну, наконец. Ты чего не спишь? Случилось что? Рите предложили операцию по пересадке роговицы. Есть все шансы вернуть зрение. Сережа, этого нельзя допустить ни в коем случае. Но она уже согласилась. Осталось дождаться донора. Она же тебя видела. Она может тебя узнать. Это же крах всей нашей, вашей семьи. Крах всему. Ты думаешь, я этого не понимаю? А что я могу поделать? Забереть ее в комнате. Она уже все решила. Надо ее как-то убедить, что операция не нужна. Но она хочет видеть. И я могу ее понять. Это она не понимает, почему я против. Сыночка, надо что-то придумать. Я не знаю, что делать. Мама, нас вчера в садике мучили. Да ты что, не может быть. Да, спрашивали, кем мы хотим стать. Но я же не знаю, я еще маленькая. А сегодня... Мы должны рассказать о мечте. А мне расскажешь, о чем ты мечтаешь? Хочу, чтобы ты могла видеть. Ты знаешь, малыш, я, возможно, правда скоро буду видеть. Правда? Mm-hmm. А когда, мамочка? Когда? Надеюсь, что очень-очень скоро. Рита, прости меня, конечно, но я должна тебя предупредить. Это наверняка мошенники. Ты знаешь, сколько их сейчас развелось? Дарья Павловна, это не мошенники, это очень известная офтальмологическая клиника. И известные клиники грешат мошенничеством. Ты не знала? Сегодня они говорят, что операция поможет, а завтра окажется, что все бесполезно. Нет, они назначат тебе лечение. Куча всяких платных процедур только успевают стегивать. А я хочу, чтобы мама видела. Настенька. Мы все, детка, хотим, чтобы мама видела. Только, к сожалению, это невозможно. Что тебе сказал доктор после той операции? Надежды нет. Наверное, если бы это было по-другому,
Ты бы знала с самого начала, верно? Бабушка, может, это был плохой врач? Настя, когда взрослые разговаривают, дети молчат. Сын, ну скажи что-нибудь, или я не права? Сереж, ты тоже так считаешь? Я не знаю, это все как-то очень сложно. Настя, пойдем, мы уже в садик опаздываем. Поцелуй. Мам, я тебя люблю. Пока. Я тебя люблю, котенок. Пока. Забудь ты об этой операции, Ритуля. Обмануться будет гораздо больнее. Поверь мне, я хочу тебе только добра. Почему вы меня все надежды лишаете, не понимаю. Эльза, пойдем со мной. У меня только надежда появилась, а они мне крылья уже подрезали. Никто не рад, ни Сережа, ни Дарья Павловна, только Настя. Рит, ну чего ты так сразу, а? Ну, они же переживают. А вдруг не получится? Да нет, просто всем удобнее, что я слепая. Ничего не вижу, ничего не замечаю. Это ты сейчас о чем? О том, что я слепая, конечно, но я ведь не глупая. У Сережи есть кто-то. Рит, ну я вот в жизни не поверю, что Сережа тебя изменяет. Он последнее время все время домой возвращается то в 10, то в 11. И все время такой уставший, замученный какой-то. Ну, не знаю, ну, может, объект важный сдает. Ну. Телефону все время с кем-то шепчется. А последнюю неделю рубашки духами стали пахнуть женскими. Причем одними и теми же, стыдно сказать. Ритуль, мне просто кажется, что ты себя накручиваешь. Катюш, помоги мне, пожалуйста. Мне просто некого больше попросить, но не к маме же мне идти. Хорошо. Что надо сделать? Побудь моими глазами. Проследи за ним. Рит, ну это детский сад какой-то, честное слово. Катюш, Сережа никогда в жизни не признается, а я просто не могу так больше. Я знать хочу наверняка. Ну хорошо, если ты узнаешь. Что будешь делать? Давай, пока. Давай, пока. Счастливо. Пока. Слушай, я вот хотел тебя спросить. Ты понимаешь, там вот у меня в машине, ну, короче... У тебя машина? Нет, ну, старая. Дарит, он вышел за всадин. Кому-то звонит. Катюш, можешь пойти за ним? Хорошо, я перезвоню. Рита, я возле какого-то дома, не знаю, что это за район, тут никогда не была. Сергей зашел в подъезд с какой-то женщиной. Рит, мне очень жаль, правда. Я все поняла. Спасибо за помощь, Катюш. Пока. Настюша, собери, пожалуйста, свои игрушки. Мы едем к бабуле Свете. Сейчас? Но ты говорила, что мы завтра поедем.
Привет. Папа, а мы едем к бабушке Свете. Да? А что это такое происходит? Что-то ты рано вернулся. Что, вечер не задался? Настен, собирай игрушки, я же сказала. Рит, ты чего? Ничего, я ухожу и забираю Настю с собой. А ты можешь любовницу свою сюда приводить. Что вы по углам прячетесь в самом деле? Кого? Любовницу? Сережа, если я ничего не вижу, это не значит, что я ничего не понимаю. Рит, я не знаю, что ты придумал, но я вас никуда не отпущу. Мама, папа, не ссорьтесь! Настюша, я же тебя попросила, иди, пожалуйста, в комнату, собирай игрушки. Ребята, а что у вас происходит? Что за крики? Ничего не происходит, просто у Сережи другая женщина. Он с ней там на какой-то квартире встречается. Их Катя сегодня видела. Кто Катя? Да при чем здесь вообще Катя? Да действительно, Катя здесь ни при чем. Все и без нее понятно. Эти твои задержки постоянные на работе. Эти разговорчики по телефону шепотом. А рубашки твои, Сережа, они же все духами ее пропахли. Хватит, пожалуйста, вызови нам такси, мы с Настей уезжаем. Такси. Да нет, давай я сам вас отвезу. Пойдем. Я никуда не поеду. Пойдем, пойдем. Нет, пойдем. Сережа, отпусти меня. Сережа, ты с ума сошел? Настя, одевайся, с нами поедешь. А я хочу поехать с папой. Сережа, что это за место? Где мы? Мама, это квартира. Это не просто квартира. Девочки, это наша с вами новая квартира. В каком смысле, Сереж, ты... Ты что, квартиру купил? Да. Бухнул у нее все деньги. Даже занял немного. На полную бригаду не хватило, поэтому пришлось и рабочим помогать, и по строительным самому мотаться. Тут еще кое-что недоделано, но хотел сделать сюрприз. Ну ладно, пойдем смотреть. Пойдем. Так, проходите. А здесь у нас огромная светлая кухня. Ого! Как ты мечтала. Какая она красивая и просторная. Папа, а там что? А там комната для маленькой принцессы. Ура, это моя комната! Да, плохой из меня секретный агент. Надо было сразу тебе все рассказать. Сережа, что по поводу женщины, с которой тебя Катя видела? Это жена Валерки. Она дизайнер. По дружбе согласилась помочь мне расставить мебель, чтобы тебе было удобно. Да, ты права, у нее парфюм такой, что задохнуться можно. Я, правда, не подумал, что ты почувствуешь. Сереж. Пойдем дальше. Давай руку. Здесь прямо еще одна ванная, а это наша спальня. Сереж, спасибо. Тут, наверное, очень красиво. Жалко, что я не вижу ничего. Да ладно. Это же не помешает нам быть счастливыми. Что там, по работе? Не знаю. Алло. Настюша! Настя, иди ко мне. Добрый вечер. Это Анатолий Романович. Ой! Дело не терпит отлагательств. Есть донор. Я, если честно, не думал, что это так быстро. Завтра до 8 утра вы должны дать свое согласие и приехать в клинику. В противном случае я вынужден буду передать очередь следующему пациенту. Да. Я все понял. Врач Риты. У них есть донор. Завтра утром нужно быть в больнице. Рита знает? Нет. Я еще не говорил ей. И не говори. И не говори ей ничего, Сереж. Но она пропустит очередь. И пусть пропустит. Ей никто не даст второго шанса. И ничего. Жили вы без операции и дальше проживете. Но вы же счастливы сейчас. Зачем все рушить? А как мне потом жить с этим? А без нее как? А без Насти? Она ведь не простит тебя, Сережа.
Хоть раз послушайся, мать. Доброе утро. Сереж, ты не спишь уже? Мне Настя приснилась. Ты же говорила, что перестала видеть сны. Да, давно уже ничего не снилось, а тут такой яркий, красочный. Как будто мы все вместе где-то за городом были, и Настюша с Эльзой по полю какому-то бегали. Я так хотела ее увидеть. Я ее позвала и за ней побежала. Взяла ее за руку и... Сереж, я видела ее лицо. Если, конечно, это была Настя. Может быть, я просто ее придумала себе. Приятного аппетита. Спасибо. А я уже пойду, ладно? Мне пора. Такой день. Куда это ты собралась? В школу. А я не говорила? Меня попросили сегодня подменить учительницу по английскому. Это не дополнительные занятия, а полноценный урок. Так волнуюсь. Давай я тебя подвезу. Нет-нет, Сереж, не надо. Я уже такси вызвала. Спасибо. Пока, до вечера. Дарья Павловна, спасибо за завтрак. На здоровье. Настюш, пока! Ты все правильно сделала. Мама! Мама! Мама уже ушла, я хотела отдать ей это. Так, а что у нас тут такое? Это рисунок. Вот я. Вот мама. А вот ты. Вот Эльзочка. Я очень хочу, чтобы мама меня увидела. И тебя, и бабушку Дашу, и бабушку Свету, и Эльзочку. Не делай этого, Сергей. Вам помочь? Нет, нет, спасибо. Я сама. Едем на улицу Красина, в офтальмологическую клинику. Сереж, что происходит? Я по дороге все объясню. Садись. Давай. Осторожно. Осторожно. Операция продлится 2 часа. После этого вы будете носить специальную повязку на глазах. Но недели через 2 мы ее снимем. Не переживайте. Вы готовы? Встретимся в операционной. Давай помогу тебе. Осторожно. Так, руку сюда. Осторожно, ступенька. Я тебя люблю. Все будет хорошо. Я тоже тебя очень люблю. Реабилитационный период прошел отлично. Как настроение? Очень страшно. Но это зря. Думаю, все у нас будет нормально. Глазки сразу не открываем. Ну вот, теперь можно открывать. Сереж. Да, да. Что, Рит? Я не
понимаю, я почти ничего не вижу, все очень расплывчато. Все хорошо, все хорошо. Так и должно быть. Зрение будет восстанавливаться постепенно. Простите, пожалуйста, я так испугалась, я подумала, что опять ничего не вышло. Оля сейчас даст вам капли и распишет схему приема. Их необходимо капать в строго определенное время. Самое главное, чтобы организм не принял донорский роговиз как чужеродный орган. Да, и ни малейшей физической нагрузки. Да, хорошо, я прослежу. Все хорошо. Рита, ты молодец. Спасибо вам. Дарья Павловна. Да. Я вот тут справа поставлю свои капли, которые мне врач прописал. Вы, пожалуйста, не переставляйте их никуда, ладно? Чтобы я их потом найти смогла. Хорошо. Чего бы я их стала переставлять? Просто мне их нужно капать в строго отведенное время, а я сейчас их найти не могла и очень испугалась. Хорошо. Договорились. Спасибо. Это, наверное, мама. Я открою. Ритуша, в доме не прибрано, а ты гостей приглашаешь. Осторожно. Ой, простите. Риточка. Привет, мамуль. Привет, моя хорошая. Как ты? Привет, мам. Я нормально, но вижу еще не очень. А я говорила, кому только нужна была эта операция? Доброе утро, Дарья Павловна. Ну, может быть, для кого-то оно и доброе, Светлана Николаевна. Только не для меня. Переобуйтесь, пожалуйста, я тут вообще-то полы мою. Да-да, конечно. Мамуль, я тебя на кухне подожду, я там чай заварила. Дарья Павловна, давайте я вам помогу. Риточке сейчас нельзя перенапрягаться. А у нас ее никто не эксплуатирует, как вам могло показаться. Носите с ней, как с писаной торбой. Что с вами сегодня, Дарья Павловна? Да проходите уже куда-нибудь, ну не мешайте мне. Вот только тебя здесь не хватало. Эльза, будь здесь. Риточка, а что ты сегодня с Дарьей Павловной? Ой, мамуль, я и сама не знаю. Она уже несколько дней такая. Чем я ее так раздражать стала, не пойму. И по дому я не помогаю. Вообще обленилась. В общем, даже обидно. Не бери в голову. Просто мы все переживаем, и каждая переживает по-своему. Да, наверное. Ой, мам, когда же я уже видеть смогу? Не волнуйся, скоро, очень скоро. А Эльза станет обыкновенной домашней собакой. Сереж, Сереженька, проснись, пожалуйста. У меня что-то с глазами. Они очень чешутся и так больно. Давай. Да, какое-то покраснение. Давай позвоним врачу. Алло, Анатолий Романович, извините, что так рано. У Риты какой-то дискомфорт в глазах и покраснение. Я понял. Хорошо, едем. Началось отторжение роговицы. Почему? Я не понимаю. Мне же казалось, что я уже лучше видеть стала. Вы следовали моим рекомендациям? Капли в строго отведенное время. К-
Конечно, конечно. Рита чуть ли не с будильником ходила, чтобы не пропустить. Можно? Это те капли, что мы вам дали? Да. Мы проведем экспертизу. Тогда я не понимаю. Обычно роговица приживается в 90% случаев. Рита остается в клинике. Попробуем купировать процесс. Сереженька, ну что там, как Рита? Плохо. Началось отторжение. Рад, наверное. Господи, Сереж, ну зачем ты из меня какого-то монстра делаешь? Я люблю Риту, и мне очень жаль, что ей приходится через это пройти. Вот. Даже не знаю, что тебе ответить на это. Алло. Добрый вечер. Это медсестра Анатолия Романовича. Мы сдали капли в лабораторию. Знаете, иногда бывает подделка, нужно выяснять, но тут совсем странное дело. Что такое? Там обычная вода. Что ты на меня так смотришь? Как ты могла? Ты вылила лекарство и налила туда воду? Я не позволю, чтобы вы разрушили свою жизнь, Сережа. И если ты о себе не думаешь, то о тебе подумаю я. А я не прошу обо мне думать! А ты... Молись, чтобы врачи спасли ее глаза. Кто это был? Мама. Потом перезвоню. Сереж, ну как-то странно, правда. Мы уже 2 недели как переехали, даже ни разу ее в гости не позвали. Позовем как-нибудь. Я не пойму, вы поссорились из-за чего-то? Все хорошо. Не бери в голову. Настя. Мама. Ты что, меня видишь? Да. Да, я вижу тебя. Господи, какая ты красивая. Невероятно. Это невероятно. Господи. Сережа. Прожить с человеком столько лет, только сейчас его лицо увидеть. Давай спать. У тебя сегодня впечатление выше крыши. Сереж, я тебя точно раньше не видела, а? Так мне твое лицо знакомо. Да нет. Где ты могла меня видеть? Показалось, наверное. Ты меня во сне видела. Да, наверное. Сереж, ты чего делаешь? Ты куда? В командировку. Зачем ты мне ничего не говорил? Я сам только утром узнал. Извини. Ненадолго ты? Пока не ясно. Может, на неделю, может, на 2. Там видно будет. Настёныш! Насть! Не хочу, чтобы ты уезжал.
Я тоже. Но ничего не поделаешь. Все. Пока. Береги маму. Пока, пап. Пока. Будем скучать по тебе. Мам, а куда это папа уезжает? В командировку. Что это такое командировка? Это по работе какие-то важные дела. Ничего не понимаю. Сначала у него связь плохая, потом он вообще перестал звонить, теперь и на мои звонки не отвечает. Прости меня, не могу тебя видеть. Не могу тебя слышать. Мне стыдно, но ты была права. У меня есть другая женщина. Когда ты была слепая, я не мог тебя бросить. Но сейчас у тебя все хорошо. Да нет, мам, тут что-то не так. Мама! Папа что, потерялся? Посмотри за Настей, ладно? Мне надо с этим разобраться. Дарья Павловна, здравствуйте. Сережа у вас? Сереж, ты здесь? Чего это он должен быть у меня? Мы с ним не видимся, со мной не разговаривает. Он из дома ушел. И прислал мне какую-то странную смс-ку, что у него есть другая женщина и... Вы что-то знаете? Может быть, вы поэтому с ним поссорились? Это ты. Это ты во всем виновата. Ну почему ты такая упертая? Я же говорила тебе, откажись от операции. Ну что ты... При чем здесь вообще моя операция? А? Что с вами? Дарья Павловна, вам плохо? Дарья Павловна. Где мама? Тихо, мама отдыхает, ей сделали укол, и сейчас с ней все в порядке. Ты же сказал, у нее инфаркт, ее забрали в больницу. Да, пришлось тебя немножко обмануть, Сереж. Мне очень нужно поговорить с тобой. Неужели я не заслужила каких-то объяснений? Я тебе отправил смс. Да не верю я твоему смс. И в другую женщину я тоже не верю. Может быть, ты скажешь, что происходит? Прости меня. Я же говорила, что мне твое лицо знакомо. Как ты мог? Ненавижу тебя. Я же тебя предупреждала, что так будет. Я не мог поступить иначе. Я очень виноват перед ней. Перестань. Ты давно искупил перед ней вину. Ты подарил ей 6 лет счастья. Это она мне подарила 6 лет счастья. А я этого не заслужил.
Мама, что с тобой? Все хорошо. Я тебя люблю. Я тоже тебя очень люблю. Что ты здесь делаешь? Рит, послушай. Что мне слушать? Я тебя видела своими глазами. Ну, я этого не делал. Это Генка. Я даже не подозревал, что он затеял такое. Я пытался его остановить. Почему же не остановил? Я не успел. Я выбежал из машины, но я не успел. Все произошло очень быстро. Зачем ты ко мне в парке тогда подошел? Из жалости? И наша семья — это что? Просто твое чувство вины? Нет. Вначале я просто хотел сделать твою жизнь легче. Но потом я полюбил тебя. Я не могу без тебя и без Насти, это правда. А Генке это зачем? Что ему сделал? Ничего. Ему просто хорошо заплатили. Девушка на дорогой машине. Девушка на дорогой машине? Ты что, ее видел? Да, мельком. Ты ее видел? И ты ничего не сказал полиции? Все эти годы ты молчал? Зная, как я мучаюсь от того, что она остается безнаказанной. Настя! Эльза, пойдем. Настя! Рит. Рит! Папа! Мы уходим. Почему? Куда? Что такое? Рита, прости меня! Папочка! Рит, прости меня. Настюш, ешь, пожалуйста. Не буду есть, пока папа не придет. Почему ты не разрешила мне подойти к нему? Потому что нельзя. Потому что он не тот, за кого себя выдавал. Нет, папа самый хороший папа на свете. Да. А ты стала злая. Я злая? Да. Когда ты ничего не видела, ты была добрая. А теперь ты никого не любишь. Вика где? Мне поговорить с ней надо. Диана! Вика! Вика! Где она? Ее здесь нет. Так позвони ей. Я не уйду, пока не поговорю с ней. Вика погибла? Погибла. Погибла. Год назад. В тот вечер она сильно напилась, мы поругались. Это из-за ревности. Глупая ревность. Моей коллеге по работе. Она сказала, что избавилась от тебя, избавится и от нее. А ведь верил ей, Рит. Верил, что она не виновата. Я выгнал ее из дома.
наверху спал наш сын, я сказал, что сына она больше не увидит. У вас сын? Она села в машину, и я не стал ее останавливать. Мне позвонили и сказали, что она разбилась. Она улыбалась и говорила мне, что так просто найти человека, который может за деньги изуродовать лицо. Что я понял, что живу с монстром. И сам стал монстром. Риточка, а я тут для Настюши пирожки с вишней решила сделать. Слушай, на рынке такая вишня была, такая вкусная. И главное, мне очень дешево продали. Мам, я у Артема была. Вика погибла. Я ее так долго ненавидела. Мне ее жаль, ничего не исправить. Знаешь, иногда есть смысл попытаться что-нибудь исправить. Знаешь, люди, они совершают ошибки. Главное, это вовремя осознать ее и исправить. Как Сережа. Я не знаю, мам, я запуталась. Девочка моя, милая моя, хорошая. Ты всегда поступай так, как считаешь нужным. Мама, прости меня. Ты мой котенок. Ты тоже меня прости, ладно? Я тебя так люблю. А я тебя обожаю. Прости, пожалуйста. Да, алло. Рита? Сережа ушел. В полицию. Что будет? В полицию? Сдаваться. Сказал, что заслуживает наказания. А главное, чтобы виновница теперь была наказана. Что ж, прочитайте еще раз. Если все верно, пишите. Все. Извините. Здрасте. Ну что, я вовремя. Маргарита Сергеевна, что вы себе позволяете? Моему мужу нечего вам сказать. Погодите, он только что мне уверял, что он помнит. Он ничего не помнит. Правда?